Они такие, так выглядят эти катерки, как будто бы их вылили полностью из пластмассы. Вот на мой взгляд, я вот смотрю. Легкие такие. Не внушают доверия мне такие катерки. Они какие-то вот как игрушечные, пластиковые. Где-нибудь что-нибудь треснет и все. Вот тот катерочек, который за ним стоит, цветной, синий с белым, он как-то посерьезней. Угу. Да вы что, да вы что, какие мы быстрые. Угу. Тоже какие маленькие стоят, все это прогулочные. Так, тут рыбачки рыбку ловят. Гефест, Азимут. Названия такие-то у этих маленьких катерочков. Вот эта Москва только недавно поднималась наверх, теперь уже идет вниз. Как они сократили путь. В 80-х, я помню, шло аж туда, за Зеленый остров, далеко-далеко. Сейчас чуть-чуть поднялся наверх, развернулся возле зеленки и вниз своим ходом. Время тянет. Интересно стало. О, какой коробок стоит интересный. Он тоже сдается. Надо жить. Движок у него массивный стоит. Ничего себе. Прикольно. Такой коробочек. Там, небось, охранная зона. Надо посторонним вход воспрещен. Я почему-то так и думала. Объект находится под охраной. Ага. Охранник сидит там, загорает. Ага. Такой маленький воробьишка. Мария, это кто? Малыши. Паркуется. Пришвартовывается. Да, немножко оговорилась. Не паркуется, а пришвартовывается. Вот так. Жалко, что худо нету. Я бы прошлась. Ой, запах. Слушайте, а вот смотрите. Вот и Дон обмелел. Видите? Песок, берег. Надо жить. Мостик шатается. Сторонним вход воспрещен. Thank you.
подбежал, сам паркует, пришвартовывает. Я все путаю парковку с швартовкой. ОС. Там идет судно ОС. ОС — это очистная станция. Это я знаю. Вон те вот ангарчики — это очистная станция. Бочки. Так, затуманено, небо такое тусклое, солнышко, правда, пробивается, но если бы не эти тучи серые, был бы очень красивый закат. Но, увы. Ладненько, идем дальше. Прикольно так он шатается, этот мостик. Так, не балуемся, уходим. Солнце такое яркое, так красиво среди этих деревьев. Интересно, необычно. Ну, как быстро поскакал с места. Только что был тут, уже там шур и там, наверное, тренировочные. Маленькие тренировочные катерки. Скорее всего, да. Это чтобы получить права на яхту и на вождение, нужно учиться, попрактиковаться, потренироваться. Наверное, они здесь и тренируются. Я так думаю. В общем, вот так. Пока она сюда дошла, я хотела послушать, что она там говорит. Уже и перестала говорить. Все наверху, на верхней палубе. Внутри никого нет. Конечно, там душно, наверное. Хотя должен быть кондиционер. Нет, кондиционер есть, я вижу. Ну, интереснее все-таки наверху. Мало народа. А где музыка? Нету, скучно как-то. Эх, где наши 80-е? Как это все зажигало, 90-е. Угу. Ну вот, а это аренда. Пошел катерок, лодочка. Я так подозреваю, потому что он отошел как раз таки от той точки, где заказывает прогулку. Так классно, такой запах. Донской запах ни с чем не перепутаешь.
Незабываемый. Классно. На всю жизнь будешь помнить. Именно вот этой вот речки, Дона. Память, на всю жизнь память. Небо интересный такой раскрас получила. Вода течет прямо на проезжую часть. У нас на набережной всегда где-то вода течет. Самокатики. Гуляет вечерочком теплым, прохладным где-то местами, что ветерок дует, и народ гуляет. Сегодня пятница, завтра выходные. Все тут.
Ну, потому парки и пустые, потому что все гуляют здесь на набережной. Тут интересней. Мимо проходишь кафешки, запах креветок. Варят креветки. Фотосессии делают. Я давно не делала уже фотосессии. Раньше так любила это дело. Это, наверное, свадьба, может быть, гости. Или какое-то мероприятие. Макси кардиостимулятор. Конечно, это предложение здесь и сейчас. Оно тут всегда будет.
Ты не можешь, 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 ты не можешь